Сашка, он неадекватный. Он вообще неадекватный. Его заберут и все. Даша, это снимает сейчас, Даша, или нет? Да, снимает, пап, но... Вы что, блядь, убили, ебать? Давай, приводи его в себя, ты что гонишь? А где начальник отдела? Ну, по-моему, вон. Так, отпустите, она сестра его, ну что вы делаете, она сестра его. Она сестра его, отпустите, пускай подойдет, мужики, ну что вы. Его тут держать. Вызовите скорую помощь. Да не надо, все. Не надо? Успокойся. Кого вызвали скорую? Не ебанулись, вы запшикали, полдушить начинаете. Да не, никто не пшикал. Как кто? Да сейчас бы тут было, будь здоров. Да, блядь, вас запшикал ему в лицо, блядь, прям в цветы. Я видел. Ну ты что, прикалываешься? И вам, блядь, я... Скорая, ну знай или нет? Он взял его на удушающий, блядь, тот пшикал. Сейчас я вызову. Сейчас я вызову Грин. Вы спрашиваете, забили его, блядь, скорая нужна, блядь. Не, ну я спрашиваю, что за все повторяете. Сейчас, сейчас. Забирают евробляху на эвакуаторе, А я звоню, вот они не будут. Так а скорую вызвали? Вызвали скорую. Вовчик, тебя может машину посадить? Вовчик. Посадите, а уже у вас воспаление будет у него. Ну давайте как-нибудь его. Вова! 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 Блять, братан, у меня что-то с ключицей, мне вырвали ключицу. Сейчас, блядь, скорую вызывали. Пиздец. Ладно, сейчас я вам расскажу.
2,5 минуты, не берут трубку. Алло. Даш, набери скорую, Даш. У меня телефон сети. Юр, набери скорую. Там вызывают телефон, не берут они трубку. Вот 2,5 минуты я вышел на телефоне. Ну ясно, все понятно. Вот, ребята, человек сейчас готов на свидетельство ехать, ну, как бы, по всем признакам, по лицу, по глазам, он абсолютно трезвый, абсолютно, то есть, адекватный, то есть, я не вижу, что он по каким-то наркотикам, по чем-либо, ну, и все остальные здесь присутствующие этого не видят.